Приветствую всех, друзья, меня зовут СПТ, вы на канале Не спит, у нас сегодня 4 июня, 3 часа ночи, и мы полны позитивной эмоции после новости о продлении сезона, ребят, ждем, чем нас еще и в магазине порадуют. Спасибо. Так, из хороших новостей, классный скин Мириада. Мириада, ребят, два стиля. Один, часто рекомендую этот скин. Очень нравится первый стиль. Не нравится абсолютно второй скин, стиль. Что-то я заговариваюсь. Вот этот мне нравится очень. Вот с большими звездами не нравится абсолютно. Бэкпэк топовый. Если не ошибаюсь, прямо сейчас он на мне. Да, прямо сейчас я гонял с этим бэкпэком. Офигенный бэкпэк и люблю его юзать довольно часто, он максимально ко всем подходит, ни к чему, ну, ни к чему не обязывает, просто тупо звезда и звезда. Выглядит классно, не мешается абсолютно. Дальше это обертка в этом же стиле, как раз таки в первом, который мне нравится больше, выглядит тоже очень круто, офигительно, очень классно. К сожалению, Киркой и Дельтом не могут нас порадовать к этому скину, а я бы очень хотел увидеть Кирку вот в такой темате, ну не вот в такой, да, а в первой, и желательно и Дельц, было бы очень круто. Вот она Мириада, люблю этот скин, ребят, за полторашку вообще охренительно, очень крутой. С бэкпэком, с родным, вот в этом стиле всегда показываю, второй ни разу не одевал, даже второй мне абсолютно не заходит. А этот очень классно. Обертка. Мне кажется, обертка, вот единственное, что нужно родную с ней юзать, чтобы оно прям как единое целое смотрится. А оружие с ней. Очень класс. Прям красота. Дальше это у нас пельмеш. Он же братья Бао. 4 стиля на вот этого пельмеша, ребят. Воспоминания о китайском квартале. Помню я эту бошку. Эх. Китайского квартала, конечно, не хватает. Скинчик неплохой, ржачный. Не так, чтобы, конечно, супер и на повседневку его брать. Но для коллекции поржать иногда одеть прикольно. Или фултимой в пельмеша одеться тоже прикольно. Бэкпэк в виде вот таких вот, ребят. Пельмешей. Реально пельмешей захотелось каких-нибудь. Ненавижу скины с едой под конец трансляции в магазине. Всегда есть хочется после этого. Ложка. К ложке то же самое, что и к пельмешам, ребят. Прикольный. Прикольная кирочка такая. Чисто поржать. Мне на постоянку сомнительно. Но очень тихо. Пельмеша, ребят, давайте зыркать сегодня в этом стиле. Не знаю, у него все стили по-своему хороши. Бэкпэк, блин, пар этот с пельмешками. Еще бегаешь, они, зараза, еще вон прыгают. На нервы действуют. Зараза. На ночь глядя, конечно. Такое себе смотреть. Эх, ты ж гад такой, эх, ты ж гад. Дальше у нас, видно, ребят, после мглы самое то закинуть судьбу. Это тоже 4 сезон. В среднем. За 2000, наверное, нет. За 2000 нет, хотя офигенный бэкпэк. Бэкпэк просто имба, скин. Мне вообще в 4 сезоне, вчера говорил, ребят, сегодня повторюсь, не очень мне зашли скины 4 сезона, поэтому я с 4 очень мало что-то покупал, очень мало. Кирка тоже за 800 мне не особо заходит. Единственное, что опять-таки тут неплохой дельт. Неплохой, но вчера был лучше. Вчерашний дельт мне понравился больше. Вот мглы. Это похуже. Визуально мне он меньше нравится. Да. Правая сторона. Чего у меня нет? Нет у меня маки. Это вот, ребят, к пельмешу. Маки. Тоже есть охота, зараза, сразу после этого бэкпэка. У маки два стиля. Вот такой второй. И у меня нет еще варан. А как он раньше назывался? Или он так и был варан? Потому что гюрзу переименовали в кобру, по-моему. А варан переименовывали или нет? Не помню. В общем, варан, ребят, за 800 тоже скинчик неплохо выглядит, как и старая добрая гюрза, она же кобра. Неплохо для 800. Хоть и аж с 5 сезона, но выглядит прикольно. Правая сторона, еще то, что у меня есть. Это вами любимый ледоруб. Ох, как сегодня у меня на трансляции спамил молодой человек, спрашивая, как я думал, когда появится ледоруб. О, как же он безбожно это делал.
Да, хорошая кирка, мне нравится, но у меня она есть, мне ее подарили. Кирка классная, я бы ее сам купил, но мне ее подарили раньше. Кирка кайфует. Эмоции, это легче легкого. Это ко мне. И узрите. Та-дам! Эту эмоцию прикольно юзать, там, допустим, в сквадах или что-то в этом духе. Нокнули одного пацана и возле него заюзали, показав своему тиммейту. Вот это прикольно. Теперь лопату давайте. Звук. Коротенькая, маленькая, аккуратная. Ну, как вы любите, ребят. Привыкли вот это с маленькими аппаратами в руках. Теперь любите с клюшками, да, с лопатами бегать. Вот я бегаю с двойным слюпом, ребят, киркой. Я как бы привык, ну... А вы... ладно. Теперь по эмоциям. Легче легкого. Не то. Это не легче легкого. Вот легче легкого. Узрите. А у меня есть узрите вообще? Да, есть. Та-дам! Узрите еще разок. И ко мне. Тег автора SPT083. Розыгрыш уже в группе ВКонтакте есть. Еще не закреплен, по-моему. Да, закреплю, ребят, новость. Розыгрыш уже опубликован. Ссылку на розыгрыш дам под видео. Так что врывайтесь на июньский розыгрыш. Че по новостям? Все хорошо, обновили нам новости. Ну, как я и говорил, ребят, левый вариант мне нравится. Правый нет. ПВЕшка у нас еще сегодня. Те, кто играет в ПВЕ, конечно же, не забывают указать и вот здесь тег автора, если вдруг вы приобретаете лам. Ну а мы смотрим, что у нас тут обновили. Ля. Обновили, по-моему, и левую сторону. Потому что я вот этого пирата, по-моему, первый раз вижу. Сейчас подожду, что ребят скажут. Что показать. Но вот левого верхнего пирата я, по-моему, первый раз вижу. TX. Вот еще какая-то хреновина. Тоже я даже не знаю, что это такое. Снайперка такая, да? Прикольная хрень. И, судя по всему, вот этого дядю показать вам. Все вроде, да? Вроде больше ничего показывать не надо. Все. Вроде все. Вам всем спасибо большое за просмотр. Жду на трансляции в четверг 21:30. Как всегда, на Твиче. Ссылка на Твич в описании есть. Не забываем лайкос, подписку. Пока.